Друзья, всем привет! Сегодня у нас начало августа. Хочу показать вам, как я добываю одуванчик. Считай, можно сказать, конец лета. Сейчас температура где-то 35-37. Сегодня ветреный день. В общем, смотрите, как получается. Канарейкам необходимо одуванчик по возможности давать. Хотя бы, хоть каждый день можно давать. Смотрите, что происходит. Лист осыпается, и он уже, видите, прям сухой. Вот он. То есть реально сушит вся жара. Здесь вот в тени у меня пробивается тонкий, такой тощий, это клевер белый. Птицам тоже можно. Я здесь поливаю, но все равно, вот обратите внимание, трещины тут есть достаточно хорошие. То есть вода уходит или высыхает, не знаю, куда девается. В общем, я собираю одуванчик тут. Просто в другом месте уже нет нигде. Вон, посмотрите, там все пересохло. Здесь у меня такая небольшая грядка. Ну, она сама по себе образовалась. Тут, когда он цвел, я его не косил. В общем, набираем одуванчик. Если вы живете в городе или там у вас уже все пересохло, очень жарко, ну, постарайтесь выращивать одуванчик дома на подоконнике. В принципе, тоже можно. В общем, вот такой вот слегка вялый одуванчик можно держать немножко в воде. Вот сейчас мы его сорвали, помыли, воду поставили. Пусть он там постоит минут 5-10. Это ему придаст силы, этому одуванчику. А так сейчас повесим, он бах, увянет, и птица вялая, одуванчик есть не будет. В общем, сейчас пойдемте, я вам покажу, как я кормлю, как я этот одуванчик даю канарейкам. Вот это одуванчик, кто не знает, пожалуйста. У него тут млечный сок выделяется сразу, горький и достаточно липкий, потому что сухо, очень жарко. Сейчас посмотрим, молодняк как раз есть, ждет очень одуванчик. Идемте. Вон там, видите, красный, это у меня для птиц выращивают уже растение такое. Название вылетело с головы. Друзья, это амарант. Амарант тоже попугайчикам можно, и канарейкам можно, в принципе, всем. Вот они, канарейки, девчонки. Все ждут зелень. Вот сейчас даже если немножко я помыл воду, ну, на тряпочку просто влажную положил, воду отбил, так сказать. Вот смотрите, как канарейки готовы. В общем, бросают все дела и бегут кушать одуванчик. Но я сейчас хочу в основном покормить молодежь. О, видите, сразу. Ага. У меня здесь находится молодежь. Сейчас я затаюсь и посмотрим. Вон там еще, видите, тоже какие красотки летают. Даже, видите, ссоры пошли. Вот чтобы ссор не было, надо класть или много сразу, или в разных местах. В разных местах они тогда хорошо кушают. И никто никого не обижает. Это вот маточная... Ремонтное такое поголовье, ремонтная стая. Так, ну а сейчас посмотрим, как малышня ест. Друзья, вот так я кормлю малышей. Ну, я называю их малышами, им уже второй месяц почти скоро будет. А здесь прилетают с улицы ремонтные самочки, вот видите, они отсюда. Ну, я сейчас им тоже дам. Они тоже покушают. Зелень. Очень важно давать зелень в период линьки. А птенчикам, вот кто уже самостоятельный, кто уже отсажен от родителей, зелень, она им помогает, усиливает иммунитет, укрепляет пищеварение. То есть у птицы будет крепкая, стабильная пищеварительная система. Ну и, соответственно, одуванчик, он богат необходимыми витаминами, чтобы птица вырастала здоровая и крепкая. Но это залог в дальнейшем, залог хорошего потомства. Все это закладывается с детства. Вот видите, прям не надо не резать, не мельчить не надо. Взяли вот так пучочек на прищепочку, подвесили, птичка кушает. Она его не топчет, не пачкает, в принципе, все хорошо. Такое естественное, естественная подача. Как в природе,
канарейки по травке, по лужайкам бегают, кушают травку. Им же никто там салатики никакие не делает. А если, допустим, этот одуванчик измельчить, допустим, в салатик, ну, сразу же они его не съедят, они, может, покушают. Это хорошо, что да, птица прилетит, сразу съест, я не спорю, хорошо. А если вот я повесил, к примеру, здесь у меня там, наверное, 6 или 7 листочков с утра. К примеру, с утра повесил, пошел на работу. Птица в течение дня подъедает свежий корм, свежую зелень. Немножко там может будет вянуть, но это будет чисто. А если вы сделаете салатик с утра и уйдете на работу, то птица обязательно это все истопчет. Туда попадет помет, туда попадет шелуха корма, и все это уже будет таким, ну, не очень благоприятным для канареек питанием. Канарейки, они чистоплотные, они любят, чтобы все было чисто. Ну, это как бы прислушайтесь, а там, вот видите, какой любопытный. Хотите, прислушайтесь, хотите, возьмите на вооружение, то есть, вот как они кушают эту ванчик. Прям, видите, кусают, как, наверное, как гуси, так, щипы съели. Не надо мельчить ничего. Таким же образом они берут подорожник, лебеду, щерицу, птичий горец, крапиву берут тоже. Ну, одуванчик, а, еще листья салата, но листья, допустим, ботва свеклы, ботва морковки, все это они берут. Но листья одуванчика считается, вот я за ними заметил, у них самое любимое, это одуванчик. Ну, вот так вот. Сейчас я давайте еще взрослых покормлю, вам покажу. Это вот взрослые тоже налетели. Налетели. Ссоры у канареек это как норма жизни. Ну, не так, просто. Без нанесения телесных тяжких телесных. Так слегка повозмущаются. Я, в принципе, дружные птицы. Ну все, друзья, благодарю вас за просмотр, до скорой встречи, всем удачи, всем всего хорошего, до свидания.